Получается, что 2 дня уже знакомили с материалами дела. Вот, дело 22 тома, вот где-то, значит, и пока знакомили там ориентировочно, они ознакомились с 6 томами. Вот, значит, ну, интересный такой факт всплыл на поверхность. Значит, вот, допустим, есть рапорт работника следственного комитета другого управления, вот не следственной группы, значит, который просмотрел ролик от 15 апреля, вот коронавирус, и который, значит, пишет на руководителя следственной группы Избенко: прошу проверить на предмет, значит, призывов по части 3 статьи 212 данный ролик. Пишет рапорт на Избенко. Это легкая статья, она там сроком до 2 лет. Значит, Избенко в ответ отвечает: нет основания для возбуждения, потому что никаких призывов по части 3 статьи 212 нет. Тогда товарищи пишут, значит, проверьте, значит, ролик на предмет 278 статьи. Это особо тяжкая статья, захват власти, и срок ее до 15 лет. То есть вот хронологию я рассказываю, да, вот событий, ну, документов. Избенко опять пишет, нет, что по 200... Опять пишет, значит, что по 278-й захват власти вооруженным там способом, значит, нет такого. И заказывают вот майскую экспертизу, значит, которая эксперт Шмелева, вот как мы говорили, ведущий эксперт Шмелева, показывает, что ничего противозаконного Платошкин не высказывался. Но 4 июня его все равно берут под домашний арест, и ему вменяют 212.1.1 и 207. То есть вот уже получается, без каких-либо оснований, без рапортов, без экспертиз, его просто, значит, сажают 4 июня. То есть вот я так полагаю, что провожу параллель. Мы 6 июня планировали, вот если вернуться вот на события эти назад, то мы подавали массовое уведомление, вот я сейчас их запрашиваю по всей стране, значит, мы подавали массовое уведомление о проведении согласованных митингов. Они должны были проводиться 6 июня. И, видимо, значит, товарищи так напугались этого, что без оснований, без документов, просто человека посадили под домашний арест 4 июня. Вот. Ну, а дальше события, вы знаете уже, как развивались. Значит, дальше следственные действия вообще не велись там все лето. Видимо, люди отдыхали в отпусках, значит, а Платошкин сидел под палящим солнцем без прогулок в панельном доме с книжками наедине. И получается, что осенью они, значит, заказывают экспертизу, которая эти вопросы тоже очень трудно понять, к какой они статье относятся. То ли к 280-й, то ли к 212-й. Вот. Ну, в итоге, значит, вот предъявлено обвинение все-таки. Другого они ничего не смогли, ни захват власти, ни экстремизм. 212.1.1, 207. Хотя третья экспертиза, мы говорим, третья экспертиза, которая осенняя, она также в нашу пользу. И опять эксперт Шмелева, значит, она полностью это подтвердила, что ничего нет в высказываниях Платошкина противозаконного. Поэтому я считаю, выпускать Платошкина нужно до Нового года, до 21 декабря он должен быть освобожден. Точка.